Конечно же. Вам остаются ваши слова. Мои хорошие, тебе маленькие, тебе большое. Будь хорошим голосом. Береги супругу, люби ее. Вот. Но это еще не все. Это еще не все подарки. Во-первых, вам вручается грамота. Грамота сия глаголит о том, что 17 дня, марта месяца, всего 24 года, молодые жители Степана, Сердце Виктория, с великой радостью и малым привязанием прошли обряд крестничных матерей. А еще что? Это еще не все. Что в доме нужно для счастья? Подкова. Ну, так помогает не стоит наших людей. Томаты. Мы подковы сделали заранее. Черемша. Ну, все, подержи, пожалуйста, за 7 год назад. И сюда мы подадим пару чипсингов. Чипсинок из вчерашних блинов. Помните, да, у нас блины остаются. Как происходит это все действие? Зачерпнули, съели, насладились, улыбнулись. Пошли дальше радоваться масленице. Мужа, жену поцеловали, детей обняли, собаку накормили и еще раз исчерпнули. Раз. И вот дальше я не могу продолжать, но вы сами знаете, что холодненькое достать нужно из холодильника. Конечно же, сок. Холодный, брюху. Я дарю вам вот этот узел. Это ваш. Везде много народу, не протолкнешься. Здесь вот столб. Поэтому здесь народное творчество. Рыцари. Вы можете зайти.
просто, да, и Витя, Витя, кукусики! Везде очень много людей. Ой, Лида, калинка моя, в саду ягода малинка.
А вон и чучело. А там что за очередь? Вот в этом году чучело такое придумали. Ой, ветерок задувает, прохладно. А что же это за очередь? Сейчас посмотрим, что за очередь. А, ну блины же здесь. Я думал каша, а тут блинные делают. Блинчики там. А здесь большой казан. Что там? Пока ничего. Ну вот такая вот масленица во Владивостоке в этом году. Здесь фудкорты. Ну, чифанька. Пекарня там, русский самовар, ну и так далее. Здесь гирю тягают. Там дрова пилят, на подушках там дрались. На столб пока никто не лезет.
00495, если есть, поздравляем, молодцы. Резво начал. Хитрец. Он за страховку держится. Самое главное правило на Масленице, это знаете, что да. Не работать вообще нисколечко. Не тебе, вернись обратно. Да, не запрещено на Масленице. Ой, как тут сеном пахнет. В этом лабиринте. Это готовить, для того, чтобы гостей встречать. Так что обязательно испеките блины дома, если этого не сделали. А если и дома этого делать не будете, то здесь отведайте. Помним, что у нас блинный остров работает. Помним, что здесь на нашей площади можно откушать и отведать всяких яств различных. Так что мастер-классы работают. Да, радуйтесь этому празднику светлому. Ну и солнышко, надеемся, мы увидим сегодня все-таки и согреет нас лучами оно. Ну а теперь, тем более Вотсон-то оно. Подмогу будет это солнышко ясное. Полез еще один богатырь. Ай, красавцы! Гуляет широкая Масленица!